А вы знали, что самую скорбную песню в фильме «Гарри Поттер и принц полукровка» исполняет... хор одного из оксфордских колледжей. Вау! Думаю, что любой паттерман с первых нот узнает песню «In Nocturne». Композитор Николас Купер обратился для записи к хору Королевского колледжа в Оксфорде, и он не ошибся. Саундтрек, между прочим, был номинирован на Грэмми. Он получил премию Classic FM Film Music of the Year. Но что это я все о Гарри да о Гарри? На самом деле, британские учебные заведения часто получают такие заказы. Ну и если Королевский колледж Оксфорда — это такая локальная звезда среди вузов, то среди школ абсолютным музыкальным лидером является Kingsley School. Уникальные голоса ее хоров звучат со сцен не только Великобритании, но и других стран Европы. Хотя учатся здесь, конечно, не только талантливые музыканты. Если вы хотели бы больше узнать о Kings или может быть, в принципе, определиться с выбором какого-то учебного заведения за рубежом, милости просим к нам на консультацию в Мариаде. Сами понимаете, цена ошибки в данном вопросе очень высока, поэтому мы абсолютно бесплатно консультируем вас. Все, что вам нужно, это перейти по ссылке в описании и оформить заявку. Ну а сейчас вернемся к удивительной Kings или School. Поехали! Только представьте, Kings или School была основана более 1000 лет назад. Она входит в топ-10 старейших учебных заведений среднего образования Великобритании. Изначально она была создана только для воспитанников хористов, и в самом начале там учились только мальчики. Ну а в 1970-м школа стала принимать и девочек. Ну а спустя 3 года ее посетила королева Елизавета II. Школа Кингсели выделяется среди других учебных заведений, где можно получить среднее образование. Во-первых, местоположение. Эли, другой вариант Или, это живописный городок в графстве Кембридшир. Как вы могли уже догадаться, до знаменитого города рукой подать. И это действительно так, на дорогу уйдет всего лишь 15 минут. Ну а на поезде до Лондона можно добраться всего лишь за 1 час. На реке Ус, что всего в 5 минутах ходьбы от школы, любят тренироваться гребцы из Кембриджского университета. Так что согласитесь, местоположение, как говорится, подкупает. Впрочем, есть еще один интересный фактор расположения Кингсли. Она находится рядом с кафедральным собором. Хористы этой школы поют на утренних и вечерних службах. Так что неудивительно, что это безусловный музыкальный лидер среди среднего образования Великобритании. Так, давайте перейдем к главному. К поступлению в Кингсли стоит готовиться заранее. Помимо различных документов, студенту необходимо предоставить табель успеваемости за последние пару лет. Также необходимо портфолио и рекомендации. В Kingsley School предлагают несколько программ для получения среднего образования в Великобритании. Например, в средней школе ребят ждет программа GCSE, ну или ее аналог IGCSE. А вот в старшей школе предлагается незыблемая классика A-Level. К учебному процессу вопросов нет. Kingsley School — это уникальное сообщество. С одной стороны, здесь чтят традиции. Еще в 11 веке в Илле получил образование король Эдуард Исповедник. С другой стороны, здесь много иностранных студентов. В Кингсли есть собственный международный центр. Иностранцы изучают английский как по отдельности, так и вместе с британскими школьниками. Ну а вот в общежитиях ребят смешивают, и язык, в принципе, перестает быть проблемой. Поэтому к новой среде ученики в Kingsley School адаптируются супер быстро. Результаты экзаменов с каждым годом становятся лучше и лучше. Рейтинг Kingsley School всегда стремится в лидеры учебных заведений Великобритании. А большинство ее выпускников поступают в самые рейтинговые вузы Англии, США и других стран. Кстати, а вы знали, что осенью в разных частях Соединенного Королевства дети в школу идут в разное время? Учебный год в Англии начинается в первую неделю сентября. А частные учебные заведения могут переносить начало занятий на несколько недель вперед. Сотрудники компании Мариади расскажут вам обо всех тонкостях поступления за границу. И это совершенно бесплатно. Вся информация находится в описании к этому ролику, обязательно переходите, но только после просмотра. Баланс во всем. Пожалуй, вот какой девиз у Кингсли. Академические прорывы воспитанников школы отлично сочетаются с спортивными, творческими и социальными свершениями. У Kingsley School есть театральная и танцевальная студия, а также музыкальный театр. Каждый год ученики ставят различные шоу, пьесы и спектакли. К тому же дети могут попробовать себя и в другой роли — за кулисами. Например, организатором, гримером или даже звукорежиссером. Согласитесь, это, ну, очень интересный опыт. Про хористов я уже не раз упоминал в этом видео. Ученики получают специальное музыкальное образование. И вот вам, на мой взгляд, интересный и очень необычный факт. Хор мальчиков существует при кафедральном соборе Эли с самого основания школы. Ну а вот коллектив девочек, или Cathedral Girls Choir, был создан лишь в 2006 году.
Свободное время ученики Кейнгсли School проводят с пользой. Интеллектуальные игры, спортивные мероприятия и экскурсии. Также воспитанники много времени посвящают социальной и благотворительной работе. Или же просто выходят в город на прогулку. Хотя и в самой Кейнгсли School есть на что посмотреть. На территории школы настоящие памятники исторического и архитектурного наследия. Вы только взгляните на эту маленькую и уютную часовню настоятеля Краудена. Она была построена в 1324 году. И, несмотря на столь внушительный возраст, сохранилась большая часть отделки стен. На его органе до сих пор играют ученики и преподаватели. Просто представьте, каково жить в таком месте. Многие воспитанники Кейнгсли располагаются на территории кампуса в нескольких резиденциях. Комнаты здесь, как правило, рассчитаны на одного или нескольких человек. Каждое общежитие, конечно же, оборудовано всем необходимым. При этом студенты под круглосуточным контролем кураторов домов и учителей. Поэтому ребенок здесь всегда сыт, он в безопасности и уюте. Ну а что еще нужно для счастья? На самом-то деле еще много чего. Британское разнообразие позволяет быть избирательным. Поэтому, если вы думаете о зарубежном образовании, обязательно обращайтесь к нам. В Мриэде вам бесплатно помогут выбрать школу или университет по самым разным параметрам. А еще дадут актуальную информацию, в том числе о стоимости Kingsley School и о других школах. Ссылки, как всегда, в описании. Ну а этот обзор подошел к концу. Если вам интересна тема среднего образования в Британии, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так выпуски будут выходить гораздо чаще. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось, ведь мне действительно в радость делиться с вами интересными фактами. На этом у меня все. Огромное спасибо, что были со мной по ту сторону экрана. До встречи. Пока!